Всем привет! Вот обещал снять дерево, облепиху для одной подписчицы. Вот это действительно дерево. Здесь было, как видите, был еще один ствол. Я его спилил. Толщина, ну сколько, не знаю, как сказать. Ну, короче, сердечки умеете руками делать? Вот если свою поставите, то чуть-чуть больше будет. Вот. Это девочка. Вот я ее обрезал, укоротил, то что мне она большая не нужна, много не надо, пусть лучше будет мало, но крупное, чтобы было. И вот здесь вот у меня рядом мальчик, тоже видите, это не куст, это тоже дерево. Вот он маленький, я его сверху держу, не даю ему разрастись, но беда от него и от нее, то что корнями сильно разрастается. И сразу вам хочу показать разницу, спрашивали, как отличить девочку от мальчика. У мальчика... Вот смотрите, вот это вот мальчик, у него такие соцветия, они вот ярко выражены, они такие вот крупные, бутоны цветов там будут, их как бы много. А вот эта вот девочка, видите, бутоны намного меньше. Если их взять, вот так вот сравнивать вместе, рядышком, две. Вот видите, какой мальчик, красавчик. А девочка, она, ну, бедные у нее такие, маленькие. А у мальчика они такие, как бы, большие, их много. Смотрите, так лучше будет видно. Веточка, это у нас мальчик, а девочка, она такая, слабенькая, бедненькая, как бы.